Всем привет, вы на канале Rock CD. В сегодняшнем моем видео у меня будет обзор оформления второго студийного альбома итальянских готик металлистов группы Lacuna Coil. Альбом под названием Unleashed Memories, выпущенный в 2001 году. Диск с этим альбомом у меня лицензионный. Лицензия представлена Санкт-Петербургской компанией, фона, отличительной особенностью которой были вот такие вот надписи в данном варианте на три диска, а на более ранних изданиях компания располагала данную надпись прямо на обложках альбомов. Лицензия для продажи на территории Российской Федерации, Беларуси, Украины и Казахстана. Компания является официальным лицензатом лейблов Century Media и Spine Farm Records и всегда издавала свои диски с полноценными буклетами, за что я их и уважаю. Альбом группы состоит из 10 песен. Впервые группу я услышал, когда у меня появилась компьютерная игра Ducati World Championship. Гонки на мотоциклах Ducati. Саундтрек к игре состоял полностью из песен группы Lacuna Coil из первых альбомов. И одними из запоминающихся песен с этого саундтрека для меня стали песни One Nightin и Wave of Anguish. Здесь видно, что данное издание 2005 года. Обалденный альбом группы. Я его люблю так же, как и следующий альбом группы Coma Vice. По сути, это два альбома, составляющие одно целое. Очень похожи они по саунду. Вот такая вот накатка диска. Звездочка с обложки альбома. Сзади мы видим состав группы и информацию по альбому. К этому альбому идет буклет в виде книжки на 12 страниц. Вот такая вот обложка альбома, звездочка. Буклет сделан из плотной журнальной бумаги. И начинается он с текстов песен, идущих по порядку их на альбоме. И фотографиями участников. Вот такое вот тут мистическое такое своеобразное оформление. И последняя страница. Здесь благодарности группы и отдельно ее участников. Вот такой вот буклет к альбому Unleashed Memories группы Lacuna Coil, который был выпущен в 2001 году. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео. И до следующих крутых обзоров. Всем пока!